Всем привет! Мы на выставке «Мир охоты и рыбалки». Сегодня последний день. И мы встретили, точнее увидели прикольный стенд. Называется он «Хедлайнер. Я же рыбак». И познакомились, а точнее мы, конечно, уже давно с ним знакомы, с прекрасным человеком, с владельцем, основателем компании «Хедлайнер» Глеб Заложин. Глеб, расскажи, с чем вы приехали на эту выставку? Слушай, на самом деле мы приехали и с флагманами, и с новинками, и много всего интересного мы представили. Давай начнем тогда со стенда. Заходи к нам на стенд. Russian Series, новинка этого сезона, главная новинка этого сезона. Мы сделали уникальный цвет, это российский флаг. Патриотичный цвет. Да, и в целом эта модель создана для дополнения уже существующего флагманского, полюбившегося тысячам рыболовов. А я напомню, что за один год продаж на руках у спиннингистов уже более 10 тысяч упаковок силиконовых приманок Zuis. Russian Series, вот эта вот моделька, создана именно в дополнение к Zuis. Ну и как ты уже знаком с нашей резиной? Знаком. Да. Давай расскажем зрителям. Мы добавляем сюда аминокислоту, которая въедается в материал и насыщает его вкусом натурального пищевого аттрактанта креветка. И поэтому это действительно съедобный силикон. Mm-hmm. Это не как многие просто чикнули аттрактантом. Вроде и запах, и все съедобный. Это действительно съедобный силикон, который имеет вкус. То есть реально можно есть его человек? Слушай, не рекомендую. Только рыбам. Рыбам можно. Вот только для рыб. Да, и кстати, это экологичный силикон. Он разлагается в воде со временем. И если рыба что-то там откусит, съест, никакого вреда для здоровья рыбы нет. Скажи, по размерам у тебя получается, у тебя вот так, пока вот такие размеры, да? Пока что, да, только 125 мм. Какие офсетники? Офсетники 5 мм, да, понятно? То же самое, что джиг-головок. Какие люди, здрасте. Мы не могли пройти мимо. Это Валерий Глаков, с которым уже вы знакомы. Не узнаешь? Это один из разработчиков наших приманок, простафер и тестировщик по озеру Селеген. Ловят? Я верю. Вроде все цвета взяли. Это Вибы Лут, и главная их особенность, почему они сейчас активно появляются во многих магазинах нашей страны, почему ими интересуются и обычные покупатели, и магазины, потому что мы смогли подобрать все такие материалы, которые очень качественные, и при этом мы получаем демократическую цену 500 рублей. То есть аналоги 1000-2. И можно найти даже более. Здесь 500 рублей. Очень высококачественная покраска, которая не сойдет ни на солнце, ни в жару, ничего не будет. И добротные крючки, которые отработают, в принципе, на любой рыбе, если ничего не произойдет. Дим, смотри. Вес идет у вас 15 грамм, да? Это 15 грамм, 70 миллиметров. Угу. Да, также есть флуоресцентное занесение. Сейчас вот самое интересное. Да, вот они начинают меняться. Теперь давай подойдем сюда. Это новинка компании «Я же рыбак», наших партнеров. Это спиннинг, коллаборация с компанией «Наутилус». Мы решили, что нам нужен спиннинг, у нас были идеи. Мы не стали, ввиду отсутствия производственных возможностей и умения проектировать спиннинги, мы не стали делать что-то свое, обратились к компании «Наутилус» и сказали, ребята, сделайте нам такой бланк, который будет по филистам, будет отлично вязать рыбу, и при этом, чтобы у нас был сверхбыстрый строй и великолепная сенсорика. А это что, это микроджиг или обычный спиннинг? Это, смотри, у меня в руках находится спиннинг 25 грамм, потрясил. А также мы производим его в 6 тестах, до 21, 25, до 35, до 50, до 70. От скольки? Но современные тенденции, уже давно пора это было делать, не указывать нижний порог теста спиннинга. Потому что это зависит очень много от условий. Течение, не течение, ветер, не ветер. А длинность, скажи, 2,30. Это 2, да? Ну, давай возьмем мой спиннинг, мой вариант, на который я ловлю. Кого? Что точнее? Щуку судака, это спиннинг до 70 грамм. Ну, я привык ловить на более крупные приманки. Вот держи, это 70 грамм, это рост 2,62. Это прям вот твой правильный кол. Прям мой, так, да? Да. Понятно. В каких условиях получается? Ну, в условиях селигера, в принципе, мне кажется, вполне подойдет.
вполне. То есть... Подлиннее это джиговый спиннинг. Да, это все, смотри, это все джиговый универсал. То есть спиннинг, который разработан под универсальное использование, твичинг, джиг, геладика. То есть все такое самое широкое.